На прошлой неделе еще получила свой заказ январьский. И совсем не было времени снять обзор. Вот показала, как я его машине распаковку делала, да. А потом уже дальше не было времени просто снимать обзор. Итак, как видите, да, БАДы я уже открыла. Это у меня первый курс, первый этап очищения курса «Генеральная уборка». Так, состоит он из Мирадола, Мирадол, Миранда 4, Мира Йод и Миранда 1. Вот, эти 4 БАДа – это у нас первый курс, первый этап курса очищения организма, очищение кишечника идет. Он у нас состоит из 4 этапов, да? Сперва мы очищаем кишечник, потом печень, потом почки. А это я брала для деток. Тоже уже одна упаковочка у нас закончилась, которую я брала недавно вроде, да? У меня трое деток, поэтому... А это Мирафирм я беру для своей старшей. У нее немножко есть анемия, поэтому для нее вот этот комплекс я беру. Омега для детей, для всех троих, да? Младшая у меня по две капсулки принимает, а старшие по 4. Вот такие они. Малюпусенькие, очень-очень мне нравятся они. Чем большие капсулы катать, да, они очень мягкие, вот эти капсулки, тем более маленькие, еще мягкие. Так, это у меня БАДы. Еще я взяла Селен, он у нас был по акции. Этот Селен понадобится мне во втором этапе очищения, поэтому я его уже взяла по акции. Он у нас, кстати, вот каталог у нас заканчивается 6 февраля. И вот здесь он есть. О, кстати, вот этот шампунь. Просто шикарный шампунь. Я первый раз его взяла. Еще раз взяла. Скорее всего, до 6 февраля еще раз возьму. Ну, просто мы все балдеем от вот этого шампуня, да? Это шампунь и плюс бальзам. У дочерей, у старшей особенно, волосы длинные. И они у нее вечно путались. Вот она помоет голову, а потом просто мучается, когда расчесывает. С вот этим вот комплексом у нее просто классно, классно расчесываются волосы, да? И они такие шелковистые, гладкие. Кстати, я тоже начала пользоваться и заметила, что у меня, ну, как будто волосы растут быстрее. Не знаю, может, это самовнушение, но что есть, то есть. Да, они вот в такой вот красивой упаковочке, можно даже на подарок. Вот сейчас оно у нас идет по акции. Вот такая вот акция у них. А, вот. Комплексное восстановление. Программа восстановления волос с икрой. Вот вместо, ну, почти 1400, да, 1079 платим. Ну и то, если у вас была активация, вы еще минус отсюда 30% будете доказывать. Так, сейчас я посмотрю, чтобы прям... Так, гель для душа я брала еще. Муж уже пользуется. Поэтому там еще мироцинк для мужа брала, да, он уже... Ну, он уже взял и пользуется ими. Так. Вот набор. И он у меня вышел на 755 рублей. 755 рублей, да, вот. Так, про это рассказала. Вот это вот малюпусенькая флакончик маленький, да, омоложение крем Миорелаксант для локального применения. Шикарные отзывы. Даже отзывы есть нашего спонсора Дарьи Мушевченко, и где она рассказывает, что прям, где у вас прям такие эти морщинки, заломы, да, можно вот это вот мазать, и эффект очень хороший. Морщинки разглаживаются. Поэтому я тоже взяла, но у меня прям таких сильных заломов нету, но для профилактики. На лбу немножко есть, поэтому я вот это взяла тоже потестить с одной стороны, да, с другой стороны для профилактики. Затем вот эти шампуни. Это шампунь. У меня вообще по структуре очень жирный волос. И вот это себорегулирующий шампунь. Он для жирных. Если кто страдает именно таким вот, такой проблемой, да, жирными волосами мучается, то вот этот шампунь, ну, шикарно помогает. Я его тоже взяла. Как вот эти шампуни у меня закончатся, потом вот этим буду пользоваться. И сразу две штучки взяла. Так, и вот эта пеночка, она у нас пришла по комплименту. Да, пенка для умывания. Комплимент был еще в прошлом... Прошлый квартал был комплимент. Сейчас у нас идет тонизирующий лосьон идет. Вот эта пенка у меня пришла, потому что заказ был у меня еще на прошлой неделе. И гель для душа. Вот. Гель один я уже взяла, он у меня уже закончился. Очень мягко очищает. Не остается, вот бывает же, что гелем помылась и такое чувство, как будто налет какой-то, да? Но вот после вот этого геля, ну, такого еще вообще нет. Вот. И еще вот такая вот сыворотка, сыворотка бустер. Вот так она выглядит.
Здесь два типа гиалуроновой кислоты. Я вот уже начала пользоваться. Я думала, ну, капельки, да? Наверное, их мне не хватит, да? Но я уже сколько пользуюсь? Смотрите, вот здесь. Вот оно. Еще половина здесь есть. Так, сфокусировалась. Еще половина есть, а я пользуюсь с пятницы. Сегодня понедельник, да? Вот смотрите, вроде бы казалось маленький флакончик, да? Их тут, не знаю, сколько штук. А, по применению там 2-3 капли утром, вечером. Вот, их по 5-10, да? Вот 10 капсул. Я уже одну взяла. Очень удобно. Вот это вот отрываешь вот так колпачочек, а потом этот же колпачок переворачиваешь и закрываешь. Прям удобная вещь. Вот, вот такой у меня заказ. Акционные, да, есть товары. Вот этот бустер, он тоже у нас, по-моему, по акции. Да, вот. Тоже по акции со скидкой. Поэтому, кто еще не успел, обязательно делайте свои заказы. Это вот у нас промо-каталог, который, казалось бы, он сегодня 31-го заканчивается, но его продлили еще до 6-го. До 6 февраля. Поэтому, кто еще не успел воспользоваться такими акциями, то обязательно пользуйтесь. А, вот это у меня еще пришло в подарок. Какой-то сюрприз. Не знаю, не знаю, что за сюрприз, но вот такой вот подарочек. Спонжик. Или как он называется? Да, спонж для нанесения макияжа. Вот. Такой вот у меня заказ.